Настал новый день, мы вышли с Сашкой, чтобы дойти до офиса продаж, вот Мега Победа, жилой комплекс. Вот эти вот у них дома эти строятся, а вот там вот один дом, и вон дом стоит. Там уже дома сданные, мы хотели узнать, есть ли там уже готов, ну, продаются ли там квартиры еще от застройщика. Но ничего уже в сданных домах нет, только в тех, что строятся, будут готовы летом. Мы сейчас как раз снимаем вот в таком доме ту студию, апартаменты, как сказать. И вот хотели узнать, может быть, здесь что-нибудь купили бы, но нет. А те, что будут готовы через там 2-3 месяца, они, в принципе, для нас уже тоже дороговаты. Да, Саш? Ну, да. И смотрите, какая ужасная погода. Дождик шел со вчерашнего вечера, и вот по сегодняшний день мы вышли, дождя не было, сейчас опять дождь, ветер, очень неприятная погода, хотя мы тут вот дошли всего буквально ничего. Ну что, друзья, у меня для вас хорошая новость, или для нас хорошая новость, или плохая новость для вас, а для нас хорошая. Короче, у нас есть новость. Мы нашли, она пряталась в Краснодаре, в районе Новой Аллеи. И как только мы увидели ее, и Аня на сердце забилась чаще, она бежала к этой квартире по ромашковому полю и полю из грязи, потому что сегодня шел дождь весь день. И мы сейчас топтали грязь, потому что дом стоит на отшибе. Ну, короче, все так, как я хотела. В деревню, в глушь, подальше к тетке. Но смысла искать, мне кажется, нам кажется, больше нет. Потому что прошел целый месяц с того момента, как это все закрутилось с поиском, я имею в виду. Плюс сейчас, сами знаете, что... как с коронавирусом, не буду называть. Ну, тем не менее, надо учитывать то, что эта квартира реально классная, она реально по цене, потому что мы видим, что мы получаем, наверное, реально вариант самый классный из тех, которые мы видели. И несмотря на то, что она находится, скажем так, на отшибе, то здесь до Краснодара, ну, я не знаю, сколько ехать на машине, но на фильме, 10-15, да, может. Короче, недолго. Вопрос с транспортом, он решится. А к тому же все очень быстро застраивается, и до нас тоже скоро дойдет цивилизация. Но нашу квартиру вы увидите уже в следующем видео. А пока мы вам покажем еще 3 варианта квартир, которые, в принципе, в которых будет та самая наша. Смотрите. Кстати, можете там ставки ставить. Сидя за чаем, какую из них мы возьмем? Фонбэк. Нет, давайте тотализатор. Короче, мы сейчас реквизиты счета, коэффициент будет примерно. Ладно. Это мы не будем ставить реквизиты. Будем. Так, друзья, я сказала, что покажу вам 3 варианта, один из которых наш. Но тут темновато, и я что-то об этом не подумала. Поэтому, если вы что-то увидите, то да, вот. Наоборот, хорошо, что вы можете здесь спальное место, например, поставить там родственники или что-то приедет. Да. В принципе, достаточно было. Вот. Ну, вид тоже симпатичный, но, и честности ради говоря, грубо говоря, вот мы вчера с вами вид смотрели, да, на ту сторону. А там, грубо говоря, то же самое будет в плане благоустройства, это ну, будет да, зоны, да. Детская площадка, брусчатка, то есть все то же самое. То есть, ну, просто на данный момент там еще не все закончено, мне кажется, да? Поэтому... Вариант номер 2. Собственно, квартира точно такая же, только другой вид из окна. Кстати, ну... Вид тоже очень хороший, между прочим. Да. И в чем плюс? То, что если вы хотите, например, средний этаж, тут невысоко. То есть относительно лифта, мы здесь можем как бы третий этаж, это ну что-то среднее. Там, потому что средний будет четвертый, тут четвертого нет, и пятого нет, и шестого нет, и есть тут третий. Вот. Здесь у нас полностью идут коммерческие помещения, вот тут коммерция. На этих этажах. Вот. Вот такой вид. А
поскольку мы это все будем. Вот это 3 месяца полностью. Дом в эксплуатацию вводиться будет, скорее всего, в конце марта. Вот этот вот. Вот этот вот? Да. Ну, там уже все готово. Uh-huh. Там осталось только доостеклить, и штукатурка уже в большинстве квартир там есть. То есть осталось благоустройство территории. Здесь, если вы посмотрите, уже брусчатка вот она в палетах есть. То есть ее уже здесь выложили. То есть у нас уже вот тут вот брусчатка и уже клумбы здесь есть. Ну, то есть внизу прям под нашим домом. Uh-huh. Вот. Поэтому осталось благоустройство этой территории. Но это коммерция, она будет продаваться застройщикам uh-huh. в перспективе. Вот, возможно, здесь будут какие-то магазины пешей доступности. Вот. Не, ну так вообще красиво, конечно. Ну да. Лучше, чем с третьего, да. Вот, вот отсюда особенно прикольно. Там еще такое небо розовое. Mm-hmm. Сейчас мы не увидим. Чуть больше. Вот, кстати, вы можете дом наблюдать, который будет следующий за этим. Вот сюда подойдите, вот его видно. Мы в прошлый раз не видели, вот видите, стоит за ним сразу. Да, вот. То есть они вот точно так же пойдут в ряд туда. А нет, через дорогу пойдут? Нет, через дорогу не пойдут, до дороги пойдут, там, по-моему, 4 или 5 метров туда. А, да, скажется, что они же немного. Ну, да. Да, конечно, очень все сумбурно мы вам показываем. Что-то все говорим, что покажем, потом то только дом снаружи показываем, то приходим, а там темнота какая-то. И вам, наверное, ничего не было понятно. Голова просто идет кругом. Мы сейчас посмотрели 3 квартиры, как вам и сказали. Ну, что-то вы там тоже увидели. И выбрали из этих 3. Одну, которая уже устно за нами числится, и мы завтра поедем вынимать ее уже не устно. По факту мы уже как-то даже отправляли документы для договора на корпоративную очистку, поэтому пока что что-то говорить еще рано. Ну, нам, как всегда, кажется, что вот, ну, сейчас-то уже точно. Ну, и на самом деле, сейчас правда кажется, потому что мы сейчас работаем непосредственно с застройщиком. Это не физическое лицо, а все-таки юридическое. И это более доставляет нам уверенность какой-то. Да, и дом уже сдан, очень много там жилых квартир. То есть все там нормально, нет никаких у нас опасений по поводу того, что это какой-то там липовый застройщик или еще что-то. Поэтому мы прям очень даже рады тому, что наконец у нас будет жилье. А что самое символичное, завтра 2 число, а мы 2 февраля уехали из Нижнего Новгорода, то есть ровно через месяц. Мы нашли нашу малышку. Но мне кажется, что мы справились довольно-таки быстро. Ну, по крайней мере, не очень долго, потому что 1 месяц мы искали квартиру в Нижнем. Да. При том, что мы искали ее в своем районе. Да. А учитывая то, сколько мы проехали уже, сколько мы вариантов просмотрели уже. Не, ну мне кажется, может быть, еще если бы не такая нестабильность сейчас вообще в мире, в стране, мы бы тоже, скорее всего, может быть, еще бы искали. Очевидно, потому что... Ездили, выбирали, но сейчас очень страшно всем, и, конечно, страшно нам. И... Да, потому что лишний раз перестраховаться... не будет лишним разом. Да. Вот. Ну и стоит признать, что сама квартира непосредственно по функционалу это лучшее из того, что мы видели за весь месяц. По площади. Это, кстати, однушка, потому что мы смотрели до этого только студии, потому что для нас однушка была чем-то просто запредельным. Да, это, во-первых, однушка. Весьма функционально, с хорошим видом, на самом деле. Там ехать до города, если на машине, то совсем будет быстро. Вариант хороший. В общем, мы очень рады, хотя, наверное, по нам не особо скажешь, какие-то мы вяленькие выглядим. Но мы, правда, очень рады, и это такой
завтра вот еще все оформим, все уже окончательно там что-то пройдет у нас, и мы прям, наверное, немножко чуть-чуть выдохнем. Сейчас очень большое напряжение, конечно. Все, пока.